Друзья, привет! Сегодня у нас уже день третий, и мы отправились на Ай-Петри. В общем, мы поехали в Ялту, чтобы посетить Ласточкино гнездо. Но решили заехать на Ай-Петри, и мы взяли очень интересный такой тур. Наверх мы поднимаемся на автобусе, а обратно на канатной дороге. Этот тур интересен тем, что на автобусе мы поднимаемся 40 минут по серпантину и заезжаем во все прекрасные места, которые по пути на Ай-Петри встречаются. Обратно за 350 рублей едем на канатке. Чтобы одно и то же не смотреть два раза, мы решили воспользоваться этим предложением, поехать на автобусе. Первая наша остановка — это водопад. Но здесь он уже так себе. Но нам рассказали его историю, рассказали, почему он маловодный. В данное время суток он маловодный. Это природная достопримечательность Крыма. И, в общем, сейчас я вам его покажу, и мы отправимся дальше уже на следующую станцию. Водопад называется Учал-Су. Вторая наша остановка – это горное озеро, из которого набирают воду пожарные, чтобы тушить леса. Сейчас мы еще поднимемся на родник. У нас такой очень любезный гид Арсений, который нам все рассказывает. Сейчас мы поднимаемся к роднику. Вода в роднике 8 градусов, ее можно набрать и спокойно пить. Здесь такой очень свежий, приятный воздух. Мы едем с открытыми окнами. Я, кстати, сижу впереди. Край света. На вершине Ай-Петри. Здесь на самом деле очень страшно сидеть. Очень страшно. Сейчас покажу вам мост. Вот этот вот мост. Проходка по нему стоит 500 рублей, но я не стала. Если честно, я очень боюсь высоты. И снова привет! Мы идем в Ласточкино гнездо. Это просто потрясающе. Блин, что так темно? Я просто иду немножко по такому парку, где темно. Но у нас на улице еще совсем-совсем светло. Время 6 часов вечера.
И мы отправляемся в Ласточкино гнездо. Это, в общем, такой замок. Очень красивый, ну, для тех, кто не знает. И он находится на берегу Черного моря. В общем, пойдемте, это очень красиво. Блин, тут такие деревья классные. Заезжали мы на водопад. Водопад лучше летом не посещать. Лысу, что ли, как-то так называется он. 60 рублей проход, там две капли капает. Также на озеро. Бесплатно, по-моему. И еще. А, наверху на самом мы поднимались на гору Зубья. И, в общем, там еще вход 100 рублей, но там оно стоит того, там красиво. Там есть тарзанка, которая стоит 1000 рублей, а есть еще мост, который будет стоить в одного человека 500 рублей. Мост натянут между двух вершин горы Опетри.